хочу тебе. Образ Кровопорч. А путь истинного рыцаря. Мы понятия не имеем, где и когда должен появиться их проклятый курьер. Эти жалкие людишки тоже ничем не могут нам помочь. Образ брезгливо указывает на трупы рыцарей Алого Ордена, распростершиеся на полу. А, впрочем, мне все же удалось вытянуть кое-что из последнего слизняка. Оказалось, что они хранят расписание патрулей в крепости Алого Ордена. Я поручаю тебе вломиться в крепость и достать этот документ. Ищи самое большое здание в Новом Авалоне, которое находится на северо-востоке. Так, где есть? А, у тебя есть квест. Ну там, если что, да, курьера ищем, который должен нам как-то больше раскрыть о этом. Вот там заблужен называется. А, так, братья по смерти. Прорваться сквозь оборону Алого Ордена было нелегко. Мы понесли серьезные потери, среди которых был один из наших лучших рыцарей смерти. Кальтира Ткач Смерти. Не знаю, жив он или мертв, но мы должны его найти. Последний раз я видел его в цепях пленником крепости Алого Ордена, которая находится на северо-востоке. Разбери это место на кучу камней, рыцарь смерти, но найди Кальтиру. Убивайся страданием. А, что тебе за дело до него, Тасариан? Он сам виноват, что его схватили. А здесь выживают только сильнейшие. Не говоря уже о том... Орбас? На то, что он эльф крови? А, да, это так. Причем при жизни мы были заклятыми врагами. Но после смерти теперь все мы проклятые дети, остиротевшие сыны и дочери плети. После смерти мы стали братьями. Поступай, как знаешь, Тасариан. Это получается Уордей, да, будет этот Альтира. И он еще кое-где будет, конкретно в катаклизме. Так, ну да ладно. Спойлеры уже. А кто, блин? Полите мне, не к вам. Там вот в это большое здание. Крепость. Угу. Мы тоже исследовали уже. Как бы тут пробежаться, чтобы никого не сагрить лишнего. Так, ну тут уже, наверное, не получится. Хотя бы с одной стороны только всех сагрим. Так, где мой этот? Этот призовем. Кстати, почему-то не пропадает. По идее, написано вот время существования минута. А как-то дольше держится. Интересно, почему. Причем он появляется на бесконечно, можно сказать, во время левелапов наших. Просто так он бесконечно не хочет появляться, вроде как. Сейчас посмотрим. Я вроде ни разу так не призвал этого Вурлака. Может, не пропадет. Да нет, зачем какой-то другой Вурлак? То, что в предыдущую даже панелька своя показывалась. Хм. Как призвать тебя обычного? Да, может, еще какие-нибудь кнопки есть для призыва обычного Вурлака? Так, куда нам наверх? Найти крепость. А, Кальтиру найти и расписание патрулей. Так, вниз, может быть? Куда я вопросик показываю? Вроде как будто бы уже здесь где-то должен быть. Здесь это где? А, вот здесь. Так, это мы нашли. Нам еще расписание патрулей надо. Расписание где-то в крепости, да? А где неизвестно? Может тут же, не? Так, это кто? Кальтира, видимо. А, братья по смерти. Глупо было идти мне на помощь. Я подвел нас всех. Надо было бросить меня на откуп судьбе, ведь теперь мы оба рискуем жизнью. Кальтира качает головой. Мы рыцари смерти, верные слуги плети. Мы связаны с законами нашего темного братства. Тасариан, ты идиот. Смерть. Кровавый побег. Я слышу вой сирен. Скоро сюда прибудут Верховный Инквизитор и его послушники. Мои раны слишком тяжелы, но я все же постараюсь помочь тебе, чем смогу. Убей Верховного Инквизитора и его приспешников. Отруби ему голову и принеси его Йота Сарина. Пусть это так-то отмщение прольется бальзамом на его ожесточенную душу. И еще, Руфус. Если тебе удастся выжить и добраться до Тасарина, передай ему, что Алый Орден казнит своих пленных в часовне. Возможно, он отправит тебя туда, чтобы ты смог проявить себя еще раз. Мы умер, чтобы... А проклятый Орден. Кажется, у меня сломанные ребра и началось внутреннее кровотечение. Мне понадобится мой рунический клинок и доспехи. Нужно еще немного времени. Так. Послушники, Ваковы, их всех подготовьте их к допросу.
А я еще слаб, но сил Мейха должно хватить тебе на поддержание антимагического барьера. Он защитит тебя от вражеских заклинаний. Но для поддержания барьера мне нужно максимально сконцентрироваться. Убей их всех. Стоим в барьере. Ну, рыцари смерти, да, они умеют всякие куполы ставить. Я помню. Замечал за рыцарями смерти. Ну, кстати, они все равно дамажат, то есть они просто меньше урона наносят. Так. А, я не могу больше держать защиту. Куда подевался этот трус? Мы всех ваншотки, мы, в принципе, более-менее тут справляемся. А, ко мне в КД. Иди сюда, блин, трус. А, 10 секунд тебе жить осталось. Ладно. Так, ну что там? А, Верховный Инквизитор. А, похоже, мне придется разобраться со всем этим самому. Верховный Инквизитор идет за тобой, от роди полетим. Верховный Инквизитор Валрот. Да, это он. Так, это что такое? Голова, ага. Голову забираем. Так, смерть Верховного Инквизитора из Нового Валона не останется незамеченной. Тебе надо спасаться, беги, пока здесь не появился кто-нибудь еще. За меня не беспокойся. Я отвлеку их на себя, а ты беги. Так. Рыцарь, ваш Верховный Инквизитор, просто безвольный кусок мяса. Никто не устоит против сил плети. Блин, а мне еще тут кое-что найти надо. Я думаю, это в верхней, наверное, части будет. Что в нижней вроде больше ничего не было. Я пропустил. Ну, вроде бы нет, не пропускал. На всякий случай, чтобы потом сюда не возвращаться. Пойдемте наверх, сходим, может быть, там найдем. Як. Сагрится? Конечно. Блин, еще один сагрился. Так, кстати, урлак пропадает. А как-то он, блин, призывается, иногда и не пропадая. Она это делает. Это какой-то другой урлак. Как призвать другого? Что этот временный явно. Вижу следит. Так, ну иди сюда. Мадирал ворона. Так. Забираем документики. Читать можно? Не дали. Так, а чё, мы на выход, да, идем уже? Да. Так. А, путь истинного рыцаря. Обыщи всю крепость, расписание хранится где-то там. А, образ пролистывает расписание. А, похоже, у этих безмозглых слизняков полно работы. Расписание северных патрулей, восточных патрулей, южных, западных и ни одного расписания курьеров. Минутку. А это еще что? Похоже на патрульный маршрут, проходящий возле западных чумных земель. Расписание он поставлен на сегодня. Надо все тщательно спланировать. Завтра будет новый день. Что? А, кровавый побег. Какие новости от Кальтиры? А я скормлю эту мерзкую голову вурдалакам. Тасарин швыряет отрубленную голову в чулан. А Кальтире удалось выбраться оттуда? Тасарин намолкает. Надеюсь, что да. Его не удержишь четырьмя стенами темницы. Что ж, настало время расплаты. Мольба это об отомщении. Мольба об отомщении должны быть услышаны, Руфус. Командор Чумопал и его отряды рыцарей смерти сейчас направляют к часовне Багрового Пламени, намереваясь стереть ее с лица земли и освободить наших пленных. Если поторопишься, ты все еще можешь их изгнать. Часовня находится к западу от этого места. В другой раз. Так, у тебя нету пистам? Расскажи, зачем ты тут? Дела не ждут. И найдите командира Чумопала. Рядышком. Так, а тут. Ладно, это сагрить неизбежно. А может оторвемся еще? Так, что-то горит. Не внутрь, надеюсь, нет, не внутрь. Я, командир. А, блин. Все, все, они тагрились. А, мольба об отмщении. Смертные из плоти и крови, не соперники рыцарям плети. Мы не смогли освободить наших братьев, но зато обнаружили нечто весьма любопытное. Приятный сюрприз.
Расчищая путь к темницам, часовни, мы не ожидали найти там ничего удивительного, однако нас ждал приятный сюрприз. Похоже, Орден не терял времени зря. Тюремные камеры буквально битком набиты узниками из Серебряного Рассвета. Большинство из них были уже мертвы к тому времени, как мы их обнаружили, но некоторые все еще цепляются за свои жалкие жизни. Я как раз собирался отправиться туда и казнить оставшихся пленников, но теперь с гордостью могу поручить тебе эту почетную миссию. Есть там один весьма мерзкий человек, которого тебе будет особенно приятно предать смерти. И... Оставь меня. Серебряный Рассвет. Ну, Алый Орден Серебряным Рассветом враждует. Вниз какой-то люк. Так, нам не в люк, нам в домик, да? Эллен Станбридж убита. Да, вспомнил, кстати, что это за домик. А, кстати, подозреваю, это тот самый домик, из-за которого, возможно, отсутствует у некоторых классов этот... стартовая цепочка рыцарей смерти. Что здесь есть как бы все расы. Дринеи есть, да. А гоблины есть, варгены есть. Где-то тут должен быть. Вот он. Но нету всяких новых рас, да. Панды там вот отсутствуют. О, ты пришел добить меня? Хотелось бы мне подняться, Руфус. Я узнаю твое лицо из тысячи, Руфус. Что они с тобой сделали? Ты меня не помнишь, да? Проклятая плеть, они изгнали все светлое и праведное из твоей души до последней капли. Все то, что делало тебя человеком. Не сдавайся, Руфус, вспомни о холмах и долинах Элвинского леса, твоей родины. Вспомни, брат, какая прекрасная жизнь. Некогда ты был героем Альянса, я не узнаю тебя. Слушай меня, Руфус, стряхни оковы, опутывающие твой разум. Король Лич — это чудовище, стремящееся разрушить весь мир. Наш с тобой мир. Не позволяй ему использовать тебя в своих целях. Некогда ты был героем. Стань им снова, борись с его властью. А что там происходит? Почему так долго, Руфус? Мое время пришло, все кончено, добей меня, Руфус. Давай, или они убьют нас обоих. Руфус, помни об Элвинском лесе, этот мир достоин спасения. Давай же, Руфус, положи конец этим моим страданиям. Можно сдать. Тут, я думаю, всех плюс-минус одинаковый, конечно, диалог, но всяких вот других рас тут нету. Не знаю. Ну, конечно, у всяких, например, рас, которые эти дополнительные, да, союзные, у них, возможно, нету цепочки, это потому что они начинают с больше высокого уровня. Хотя рыцари смерти не с первого начинают. Почему у всяких этих рас у них нету стартовой цепочки? Так, не правда ли приятно осознавать, что ты больше не на их стороне, Руфус? Ты один из нас, солдат плети, отныне и навсегда. Блин, опять вот как этот фурлак? Куда он уходит? Так, возвращение домой. Возвращайся к Тасарину в таверну Алого Ордена, сообщи ему, что мы отомстили за Кальтиру. Через несколько часов от часовни багрового пламени останется только кучка пепла. Ты хладнокровное чудовище, Руфус. Я горжусь тобой, брат. Прах. Так, шмоточки нам, ну нам full set соберут из высоколовельных шмоточек. Шапка осталась, плечи остались. Меч, по идее, тоже обновить в самом конце где-то. Так. И снова плети празднуют победу. Нет спасения пса Малого Ордена. Смерть их близка. Завтра будет новый день. Так, засада в укреплении. Пока ты был занят сжиганием церкви и истреблением паразитов, я разработал план дальнейших действий. Судя по расписанию, курьер Алого Ордена должен через час прийти мимо дозорного укрепления Алого Ордена. Дорога вдоль укрепления пролегает по открытой местности, кишащей рыцарями света. Воспользуйся этой маскировкой, чтобы спрятаться в самом укреплении, и жди там, пока не покажется курьер Алого Ордена. Как только он приблизится, убей его и забери все, что при нем будет, включая одежду. Укрепление находится на востоке, в 200 шагах от этого места. Не совсем на востоке. Чуть надо севернее пройти. А, блин. Чего у вас здесь никто не зачищен? Так. Поехали маскироваться. Но такое временное укрытие, за которым можно спрятаться, можно использовать только в дозорном крыле. Ага. О, кто там еще? Так. Да, мы хотим спрятаться в башенку. Башенку, блин, входа нет. Я особо не зайти. Или здесь был вход? Вроде нет. Здесь входа вообще нигде нет. Так, ну все, я кустик. Нет?
А, ну мы укрытие поставили. Это топорик появился, не уверен, что делает. Так, а, это и был курьер. Мы уже его убили. О, можно прочитать. Так, госпожа Верховный Генерал, спешу сообщить вам, что войска Дольного Очага и Тересфальских лесов находятся менее чем в одном дне езды от Нового Авалона. А путь наш озарен светом, и ветра дуют нам в спину. Скоро плеть узреет истинную мощь Алого Ордена. Благослови вас свет, главнокомандующий Головар Черстокрив. Прох. Да, у андедов там тоже есть монастыри Алого Ордена всякие. Так, ну что, что, блин? А может поможете? Не, не хотите? Что? Так, засада в укреплении. Если упустишь курьера, я с тебя лично голову сниму. И сделаю это с превеликим удовольствием. Вещи, депеша. А, о, образ читает депешу. Так значит, армия Дольного Очага и Тересфальских лугов направляется прямо к нам в руки. Образ ухмыляется. Отлично, переходим ко второй части нашего плана. Ты лично доставишь это донесение Верховному Генералу Абендис. Для этого тебе и пригодятся эти шмотки. Встреча с судьбой. Это сообщение должно попасть в руки Абендис. Не стоит вызывать ненужные подозрения. Пусть считает, что все идет по плану. Ты облачишься в одежде курьера Алого Ордена, а мы придадим тебе его облик с помощью черной магии. Абендис сейчас находится в Королевских Гавани, что к юго-востоку от дозорного укрепления Алого Ордена. Отнеси это послание и постарайся вытянуть из нее как можно больше информации. Надеюсь, она поведает нам об огромном рассвете. Убивайся страданием. Так, текста нет. Ага, может, замаскировано. Так, а коняшку призову, маскировка не пропадет? Не слишком? А, у нас и коняшка замаскирована. О-о-о. И мы все продуманные. Я боялся то, что моя скелетная коняшка может нас спалить, наш план. Мне куда-то туда, да? Побережье. Ага, вот здесь спуск есть. О, это кто? Сарин? Тут нарисован. Не похоже на Артаса. Это усатый дед там. Так, что тут у вас? Мидир Джордан. Епископ Стрит. Все незнакомые, да? Генерал Абендис. Нужна помощь? А, встреча с судьбой. Где ты пропадаешь? Тебя ждали 2 часа. А мы 2 часа назад. Мы уже собирались послать курьера главнокомандующему. Прощай. А Верховный генерал Абендис читает депшу. Проклятие, войско Дальнего Очага и Тересфальских лугов нельзя было посылать в Новый Авалон, прийти разгромить и еще на подходе. Увидимся. Алый натиск. А, слушай меня, курьер, эти земли потеряны для Алого Ордена. Лиц захватила Новый Авалон и Тиходемия. Да нашими уголовами уже реет призрак смерти. Вернись к Галвару и передай ему мое сообщение. А поворачивайте назад и готовьте корабли к походу в Северные земли. Встретимся в Нарцколе. Отдай это Галвару. Абендис протягивает вам свой дневник. Он все поймет. Алого Ордена больше нет. Настал час Алого Натиска. О, Алый Натиск, да. Багровый какой-то. Удачи. Этот раз еще был. Это не то, Алый Натиск новый, эта штука. Это теперь в Нарцколе будут они встречаться. Ну, блин, по факту это просто другое название. Не больше. Так, а мы возвращаемся? Да, это мы просто возвращаемся. Як. А, образ хохочет. Это еще что? Детская раскраска. О, можно прочитать? Завтра будет новый день. Путь искупления. А голос сказал мне, приди. И в тот же момент я поняла, что это был сам Великий Свет, вызывающий ко мне во сне. Наконец-то, после стольких лет молитвы и добрых деяний, после того, как я очистил землю от нежити, оскверняющей Азерот, после многих поражений и воскрешений, я наконец-то удостоилась этой великой чести, свершилась. Я снова слышал голос «Приди», воззвал ко мне свет. Я проснулась, дрожа до кончиков пальцев, но причиной тому был не холод моих покоев. Я должна удвоить усилия. Сегодня же скажу Верховному Настоятелю, что желаю возносить в 2 раза больше молитв. Хватит полумер. Великий Свет радуется нашим добрым деянием. Теперь я это знаю наверняка.
Это произошло снова. На этот раз я не спала. Чуть больше минуты я внимала голос света, и посреди теплого летнего дня с моих губ вдруг сорвалось облачко холодного пара. Это заметил один из жрецов и пал на колени в благоговейном молитве. А правда, никто кроме меня не слышал священный глаз, но теперь я точно знаю, что не сошла с ума. Может быть, мне попросить Лангрена помолиться за меня. Надо сказать Джордану и Стриту, чтобы они более тщательно подходили к набору добровольцев. Наша армия переполнена скептиками и неверующими, желающими только сражаться с нежитью. Довольно, больше я не потерплю такого кощунства. Епископ и главнокомандующий приняли мое предложение. Правда, у них не было выбора. Епископ Стрит особенно воодушевленно отнесся к моим словам и все время говорил о том, что нашей армии не помешает небольшая чистка. Я велела ему успокоиться. В мои намерения не входит уничтожение всего ордена. Однако мне по душе идея создания элитного отряда преданных свету солдат, которые будут выполнять его волю в Нарцколе. Боюсь, дружба с Альфонсом очень сильно на него влияет. Впрочем, оба они еще мне пригодятся. Однако слова Стрита о новом ордене заставили меня задуматься. Если бы мы создали новую силу, я дала бы ей другое имя, гордое, отражающее нашу великую цель, но все же связанное с прошлым орденом, я буду молиться, чтобы на меня снизошло вдохновение. А наша молитва услышана, верховный настоятель был поражен силой глаза света, его чистотой и убежденностью. Лишь самые преданные воины отправятся с нами на север и войдут в историю под именем Алого Натиска. Мы начинаем наступление на Нарцкол. Скверно плети угрожает захватить власть над миром и погубить все живое. Настало время дать ей отпор. Скоро мы будем стоять у подножия трона самого короля Лича. С трепетом взираю я на новый Авалон, ибо мне кажется, что вижу его в последний раз. Наша судьба решится в Нарцколе, но меня обуревает гнетущее чувство неминуемой беды. Я надеюсь, что наши грядущие деяния очистят мою душу от смятений. Я должна выбросить сомнения прочь из головы. Нас ждет багровый рассвет. А здесь уже багровый. А, багровый рассвет. А и алый натиск. Все-таки разные какие-то штуки. Тебе что-то нужно? Так, ты еще что, детская раскраска? Образ листает журнал. Какая чепуха. Так вот, что значит багровый рассвет. Они плывут прямо в лапы смерти. Впрочем, сейчас мы должны сосредоточиться на устранении идущих к нам армий. Теплый прием для армии Алого Ордена. Мы должны подготовиться и достойно встретить армии захватчиков. Ты, Руфус, лично сообщишь эти сведения Верховному Лорду Магрейну. Я открою для тебя портал Вакерус. Войди в него, и он отправит тебя в нужное место. Заодно отдай Верховному Лорду дневник Абендис. Думаю, он почерпнет из него немало полезных сведений. Дела не ждут. Дела не ждут. Так. Обторпись, Руфус, воспользуйся порталом. Опа. Нет, не так. Теплый прием для армии Алого Ордена. Что? Воистину, ты стал рукой самой судьбы рыцаря смерти. Мы уничтожим эти армии, и их воскресшие солдаты примкнут к нашему войску. Конец Алого Ордена. Мышеловка захлопнулась, рыцарь смерти. Армии Дольнего Очага и Терисфальских лесов прибыли как раз вовремя, чтобы узреть падение своего ванпоста. Если они решат повернуть назад, мы ударим им в спину. Магрейн качает головой. Увы, у них не осталось выбора, кроме как принять свою смерть. В этот самый момент они готовятся к своей последней битве. Король Лич ожидает твоего возвращения, защитник. Он взирает на нас с высоты разлома смерти. Так, найдите короля Лича. Где он стоит? А, где-то в другом месте. Не в этом некрополе летающем. А чё, вниз? Света нет. Есть только тьма. Так. О, по карте нам куда-то туда. О, здесь новая эта штучка. Здесь до этого другое стоял. Арена это. Твоя воля. Так, конец Алого Ордена. Руфус, мой преданный рыцарь смерти, я вижу клеймо плети, выжженное на этих землях твоей рукой. Ты посеял смерть и разрушение во всех пределах и привел ко мне жалкие остатки армии Алого Ордена. Король еще обводит рукой пылающие останки тех земель нового Авалона. Настало время закончить то, что было начато. Конец всему. На твоих руках, кроме бесчисленных жертв, но твое черное сердце все еще не насытилось их страданиями. Наслаждайтесь плотью живых.
Она никогда не утолит эту жажду Руфус, королича Малкайт. Но всему на свете приходит конец, рыцарь смерти. Армия Алого Ордена собирается на последнюю битву против нас. Им нет спасения. Пути назад отрезаны, и потому они будут сражаться с невиданной яростью. Возьми этот рог и призови одного из моих змеев. На его спине ты поведешь в бой наши войска. И рев его ознаменует конец Алого Ордена. Возьмите рог. И оскверни эти земли. Так, сам летит. Ага, мне лететь. Так, урывайтесь от стрел и копий Алого Ордена во время уходить с линии огня. Чем мы умеем? Выстреливает в противника проклятием заморозки. Рыцари света, я изменю вас. Пожирает, восполняя ману и короче носит урон. Понятно. Туда. Так, что нам надо убить? 150. Так, баллисты отвалим. Я же стрельнул. А, мана кончилась. Так, дайте ману. Схавали. Ну-ка. Ам-ням-ням. Вкусненький рыцарь Алого Ордена. Сопротивляется что-то там. Все, фул мана. Продолжаем. Так. Ой, блин, а что он? Надо ждать, что ли? Вроде нормально прицелился. А, уже мана кончилась, что-то быстро. Ава, схватили. Давай повыше залетим, пока кушаем. Исполняйте ману. Да, я промахиваюсь, когда отвожу, да? Слишком рано отвожу, мне кажется. Так, баллист 9 из 10. Так, последняя. Этих 113-150. Так, это что такое? Это в меня? Что это такое, блин? Это взрывы воздушные. Так, дайте кого-нибудь схавать, ну-ка. Так, поймали. Не фулл хп, надеюсь, отрегенит фулл. Как интересно, мы из него ману высасываем. Как это работает. Так, все. Что, выйти, выйти? Наверное, не особо хочу выходить. Давайте вернусь и потом выйду. Так, возвращаю дракона. Классный был дракон. Так, что тут? Конец всему. А, преклони колени, воитель, пусть этот шлем довершит твой ужасный облик, чтобы каждый противник, осмелившийся заглянуть тебе в лицо, увидел в нем отражение неминуемой смерти. Пусть ни один наглец, бросивший вызов твоему королю, не избежит твоего гнева, Руфус. Нам остается только одно. Скоро вы будете принадлежать плети. Королич устремляет взгляд на запад. Разрушить часовню последней надежды. Большой шлем. Уничтожь последнюю часть сета? Всех. Плечики у нас новые. И тершлем. Бля, какой. А рыцарь смерти. Ну, мечка не хватает. Я бы мечик еще обновил тоже. Что он 15 уровень, мы в самом начале его получали. Было бы неплохо еще один заполучить.